11 апреля в общеобразовательной школе номер 7 прошел семинар-практикум заместителей директоров по воспитательной работе на тему влияния воспитательной системы школы на социализацию, самоопределение, профессиональную ориентацию. Процесс воспитательной деятельности – главный фактор становления детей как личности, подчеркнули участники семинара. Для гостей учениками были подготовлены небольшие выступления, приуроченные предстоящему дню космонавтики. Как обозначили гости мероприятия, именно в процессе учебы, осваивая теоретические знания по предметам, у детей идет процесс сознательного самовыражения, позволяющего сделать выбор, какой из видов профессии отдать предпочтение. И воспитательная деятельность педагогов играет ключевую роль. Было очень хорошее мероприятие, показали дети себя с лучшей стороны. Конечно, воспитательная роль играет главную огромную роль, можно сказать. Если нет воспитательной работы, можно считать, что учебная будет хромать и отставать. Проведение семинар-практикумов – это прежде всего обмен опытом для педагогов, позволяющий оценить уровень и качество знания детей. Подобного рода мероприятия проводятся во всех общеобразовательных учреждениях на систематическом уровне. Вика Сулейманова, Пирмагомед Пирмагомедов. Информационная программа «Пульс».